Вот, друзья, по срокам должно был быть опорос вчера. Ну, по таблице. Я знаю, там день, два, три, даже четыре перехаживает. Ничего страшного. Но обнаружил уже сегодня утром, управляясь, пошло молоко у Анфисы. Сейчас вам покажу. О, струи. О, Анфиска у нас. Девочка ручная. Етрен. И понимаю, что молоко пошло, значит, 2, 3, может даже час, 4 часа будут поросята. Сразу притащил ящик, сыпнул соломы, которую мне привезли с печенек, спасибо Саньке печенежскому. Каштан наблюдает. Сейчас хочу кину лампочку красную для обогрева сюда, чтобы висела над ящиком во время опороса. Или эту, или ту уже заберу поросят. Этих поросяток нам в субботу уже забирать. Поросятка предстартик кушают. Поросята крупные. Ну, взвесим, будем делать отъем 30 дней, взвесим. Свиноматочка показала себя хорошо. Киевлянка, будем ее крыть. Я думаю, Петреном покроем искусственно. Этот станок пустует. Это у меня откорм уже такой. Подрастает. Отека, отека. Подрастает. Проверки. Это у меня эфули. Эфульки тоже подрастают. Ну, уже хороший килограмм. Не знаю, вот и, наверное, 90 минимум есть. Ну, и в этих. Ну, скоро крыть. Я думаю, в октябре, в конце октября, в ноябре покроем искусственно. Машулечка у нас, все нормально. Обезьянка и Нюша или Наша, короче, забывай, как ее жена назвала, нормально. Рыжка тоже ожидаем опорос. Крикливая гуляет на вольном выгуле. Отдыхает. Так, Анфиска вляглась. Сейчас попробуем ее почухать. Анфиска, Анфиска. Анфиска, Анфиска. Анфиска. Вот это чухай, сразу подрывается. Это все петрены такие. Вот это она такая, также была такая киевлянка. И такой же была обезьяна. Обезьяна становится под поилку, нажимает и обливает себя водой. Так что ожидаем опоросить. Я думаю, сейчас туда-сюда полезет. Каштана там спрашивают, что каштан в станку. И на выходных заберу поросят у киевлянки. И пройдет там 4-5 дней, чтобы она понюхала каштана, загуляла, сорвалась. И каштана выпущу на свое место
на улицу на выгул. С этой свиноматки она была круглой, хорошей. Осталось, не знаю, килограмм 110-120. Ну, зато поросята у нас хорошие, крупные. Хорошие и крупные, да? Контурята, контурята. Сейчас она, ну я вижу, она уже собирается. Я ей соломы сыпнул, она роет гнездо. Солому берет, кусает. То есть, ну все признаки наготовки гнезда. Ожидаем и будем принимать поросят. Посмотрим поросят. И я скажу, чем покрыто, потому что кого записывал, когда крыл, кого не записывал. Эти поросята себе оставляю всех на откорм. Продавать ничего не буду. Так, начинает умащиваться. То сядет, то ляжет, то крутится, вертится. Лежа гребет передними копытами. То есть начинает искать место удобное ей. Тут я освещение кинул сюда, ну, лампу для обогрева. Пускай прогревает пока само место соломы, где они будут. Ну, и ожидаем, ждем. Короче, друзья, движение следующее. Аж на второй день, на утро, начался опорос. Молоко уже, грубо говоря, почти сутки есть, стреляет струями, а опорос на второй день утром. Вот сама Анфиса, я сейчас управился, всем пораздавал. И она тоже встала, чтобы ей давал. Ну, давать ей не буду. У нее опорос начался. Вон первые два жужика уже вышли. Покрыта она дюрком. Поэтому поросята контурята. И заодно покажу вам, как я воду набираю. Эти подкормку уже переворачивают с гантелькой, с гирькой, совсем подряд. Ну, взвесим ради интереса, сколько же вес будет. 30 дней. И вот у меня, получается, идет трубка. И он шланга аж до колодца. Насос качает. О. И все. Набираю вот так 350 литров. И на два дня хватает. Так, что вы, попереворачивали все? Жевжики. Ну вот, Анфиска у нас крутится, вертится. Ну, я скажу так, два поросенка, это я утром зашел в сарай. Не, мы утром посмотрели, в часов 7. Все нормально, она лежит, ну то есть опороса еще нету. А я приехал, всех развез, приехал, уже два кабасика бегает. Ну я не знаю, кабасики, не кабасики, надо посмотреть, что вы, кабасики или... Ага, кабанчик и кабанчик, два кабанчика, да.
Два кабасика бегает. Уже и сухие были, под ней сидели. Она не агрессивная, спокойная, то есть, ну, Анфиса, она слабохарактерная у нас, спокойная. Сейчас будет укладываться и дальше будем принимать опорос. То есть вот так. Пока суть до дела, думаю, воды наберу, да намешал. Сейчас буду крупорушку включу, буду на крупорушке там пшеницу дробить. Ну, такое. А так шоркаюсь и сюда время от времени заглядываю. Посмотрю, что что-то есть. Заберу. Ну, контролирую. Вот такие вот у нас делишки. Вот такие вот у нас. Каштан. Хряк, чем плохо в станку. Он же ж оправляется по-легкому. То есть, когда сыт, он сыт, получается, под себя постоянно. Это же не свиноматка, что сзади, а под себя. Хряки в станках, ну, у них мокро будет. А так во всех вот вода включена. Все, видите? Сухо, сухо. Это во всех включенная вода. Тоже сухо. Ну там пустой. Сейчас еще этот освободится. Давай, Анфиска, стреляй. Кабанчик, друзья. Кабанчик, третий кабанчик. Ну, он крупный, получается, крупнее вот этих вот двух. Крупный, крупнее и длиннее. Ну, ожидаем дальше, ожидаем. Они уже вместе больше, чем сама свиноматка. Ну, свиноматку я кормлю хорошо. И их подкармливаю тоже. Ну, правда, зараза, перевернули. И с гантелькой тарелочку. Которые заказывали каштан. У нас там свои договора, но я потом расскажу, как мы договорились насчет каштана. Звонили, что каштана заберут однозначно и к концу сентября. Ну, я и не спешу никак вас каштан, эту киевлянку использовать для запаха каштана, когда заберу поросят. Но эту, наверное, уже не успею потом. А может даже эту, не, эту не успею. Ну, то есть вот так, каштана заберут однозначно. Я сейчас киевлянку погоняю каштаном, покрою искусственно. Хочу покрыть этим, петре. И потом каштана туда на свое место, на летний выгул. И станки будут освобождаться. Потом киевлянку уберу, где дюрчиха, а дюрчиху большую, у нее начало октября, опорос, уже в станок переведу. А киевлянка, пускай после 40, там, 45 дней в станку, уже отдыхает. Ну и так меняю их. Буду менять.
Еще один вышел. Сейчас камеру так поставлю. Так, а это у нас тут четвертая свинка. Давай тут. Так. Уже четыре. Хорошие поросята. Хотя кай. Мамкины. Боевой. Так, уже 5. Вот тут и у нас свинка. Кабанчик. Уже 5 штучек. Вот 5 штучек так и есть. И пока уже, наверное, в течение часа тишина, ничего не выходит, никто не выходит. Может быть, сейчас уколю окситоцин кубика 2,5-3 и думаю, повыплевывает, потому что потуги идут, но поросят нету. Попробую уколоть, а там будем наблюдать, что будет дальше. Сейчас пойду наберу окситоцина и будем дальше разбираться. Она и кормит все хорошо, то есть спокойная. Ну, короче, сейчас уколю окситоцин и будем смотреть дальше, что будет. Он лезет. Сейчас будем вытягивать задними ногами шел. Задними ногами и крупный. Вот. Вот так и получилось. Задержка. Так, задом шел. А нет, шла свинка. Свинка шла. Зима. Так, ты давай. Сюда. Все равно сейчас уже буду колоть кубика 2,5-3 валю.
все. Вот такая. Крупная, вот она и задерживала там в проходе, я думаю. Из-за того, что крупная. Так, давай-то вы сюда на еду. Ну, а эти у нас кушают. Давай, ты сюда, давай. Вот. На. На. Во. Все. Распределяйтесь. Давай вот сюда. Вот, давай, давай, давай. Давай вот. Вот уже неугомонный. Давай. О. Понял смысл? Все, все занимаются прием пищи. Давай вот, 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 вот так. Пойду по окситоцин. Ну, а это свинка вышла. Вышла. Да, крупные поросята. Вот. Думаю, сейчас нормально пойдет. Так, друзья, ну эти сейчас будем забирать их, чтобы ей не мешали. Поедят. И вышел еще один. Вот эта свинка и это кто у нас? А ну кто ты? Тоже свинка. Вот это вот вышло. Уже 7 штук. Ну, эти сейчас понаедаются, начнут спать, а уже некоторые спят. И заберу их, уколю окситоцин. Так, ну, окситоцин уколол, оставил еще 3 кубика. Может, на потом уже в конце. Вот наши жувеленды. Вот это долго выходило, крупное. Ну что вы, жевжики. После укола пошел. Давай, давай, давай. Укол уколол, и вот буквально 10 минут и сразу. Ну, в основном после укола, когда я колю окситоцин, то выходит и место, и поросята все вместе. Сейчас уже вижу, что копыта появилась и исчезла. Каждый опорос по-разному. Вот так. Каждый опорос по-разному. Сразу и место выходит, и поросята, как я и говорил. Да?
Во. На світ Божий народився. Так, ну уже 8 штук. Место начало выходить. Ну вот, друзья, получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 штук. Может еще что-то и выйдет, но место уже вышло, большая часть. Я не думаю, что еще будут поросята. Но бывало такое, что выходил позже один. То есть свиноматка всех принимает, нормально, адекватная, вообще не агрессивная. Поросята не мелкие, не крупные, ну то есть обычные, обычные поросята. Давай туда. 8 штук для первородки, это очень даже хорошо. Молоко есть, молока много. После окситоцина, я думаю, сейчас поедят. И вон я им туда соломки намастил. Лампу еще одну повесил. То есть одна лампа вон в ящик одна. И одна здесь прогрела им гнездо, где они будут сидеть под лампой. На соломе. Ну вот так. Вот так прошел наш опрос. Сказать, что долго. Не скажешь, 9-10-11. Короче, 3,5 часа. 3,5 часа длился опорос. Так что всем спасибо за внимание. Всем пока, всем хороших опоросов, приростов и всего самого наилучшего. Всем пока.